Офицеры Королевских ВМС Великобритании начали новый курс подготовки для офицеров украинского флота в рамках миссии Orbital. Основное содержание этого курса — главные аспекты подготовки и применения тральщиков типа Sundown в противоминных операциях в составе тактических групп кораблей, пишет пресс-служба военно-морских сил Украины. Сейчас офицеры ВМС Украины проходят в рамках учебного курса общие вопросы стандартов противоминной безопасности, принятых в ВМС Великобритании и других странах НАТО. Также наши офицеры ознакомились с характеристиками тральщиков Sundown, с должностными обязанностями экипажа во время повседневной и боевой деятельности корабля, организацией службы на противоминных кораблях этого типа. На данный момент неизвестно, когда точно должна состояться передача в состав ВМС Украины двух тральщиков типа Sundown из состава британского флота. Атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине, коммодор королевских ВМС Тим Вудс в начале августа 2021 года говорил, что эти тральщики Украина должна получить в конце 2022 года. Но по факту, все будет зависеть от того, насколько быстро наша страна и Великобритания подпишут соглашение о продаже противоминных кораблей. На данный момент пока что ничего не известно о прогрессе по теме заключения такого соглашения. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра!